специфичные приемы, которые... Юра Шульман сейчас покажет интересные приемы в партере из вольной борьбы, да? Да. Но я так думаю, что это можно и применять не только в вольной борьбе, а может быть и в самбо и дзюдо. Да, тоже, если есть там какие-то, если оценивают какое-то действие насчет переворота на спину, тогда можно. Самый такой обычный прием, который все борцы учат и пытаются делать, это очень силовой прием, называется накат. Захват наката есть и на грудью часть, на верхнюю часть тела, в среднюю часть тела, где ребра, и на нижнюю часть тела, где таз. Каждый накат делается по-другому, у него есть его моменты, его штучки, как переворачивать. Я люблю делать накат на ребра. Я просовываю одну руку очень глубоко, и хватаю меня за кисть. А потом, когда я соединяю захват, рука делает переворот, и захват затягивается в переположную сторону, в другую сторону. Отсюда захват переходит вот сюда. И оказывается, что вот эта кость вот этой руки отсюда давит на ребро. Мое плечо оказывается на его плече, и я начинаю коленом этим под него идти. И не тяну попой и спиной, чтобы расстояние было, а я к нему прижимаюсь и толкаю ногами и тяну спиной. Я пробую, чтобы моя грудь и его грудь была как одно. Если моя грудь смотрит вниз, его тоже. А если я начну тянуть, переворачивать, и моя грудь будет смотреть туда, желательно, чтобы его грудь тоже вот напряжаться. Отсюда я работаю ногами, толкаю в сторону его руки. И когда переворачиваю, иду через мост. Могу продолжить на еще один раз. Могу другую сторону перевернуть. Это на... Накат. Юра, а это накат. А как сделать так, чтобы вот с наката сделать туше на лопатке? На туше. Накат – это прием, который не делается на туше. Но накат может помочь подготовить прием, который потом можно положить. Вот сейчас я покажу. Вот, например, я взял соперника на накат и начинаю тянуть его. Он сопротивляется от меня. Видите, смотрите на мои ноги. Вот тут, в этом моменте, я могу его ногу забрать за то, что оп, пятку затянул, и потом я резко туда, в сторону его плеч иду, и смотрите, ноги как работают. Оп. Ага. Нога была вот здесь, толкала тему на как. Затянул. И оттуда я захватываю. У меня уже захват ногами. Я должен тянуть пятки к попе и плечи поднять, чтобы все мое давление было вот здесь ему на пояснице. Если он будет сопротивляться и выставлять эту руку, чтобы его туда не повернуть, я могу ее забрать сюда. Отсюда можно положить. Отсюда я могу руку на шею начинать забегать, положить. Если он не будет выставлять руку, я успею загрузить его. Вот тут я начинаю вот этой рукой бороться. Хочу прихватить его шею. Пятками к попе начинаю затягивать. Затягивать. Всегда пробую находиться на нем. Рука в упоре. И вот захват. Ноги держим. Начало было накат. Противник защитился. Я перехватил. Перешел с рук. С верхней части тела на ногу. Тяну, тяну, тяну. Оп, взял захват. И пошел. Сразу. Следующий прием дотянул. Это накат, ножницы, комбинация. В борьбе взять прием и силой его сделать очень тяжело. Надо обманывать противника, надо показать одно, второе, сделать третье.
Какую-нибудь технику вообще делают в вольной борьбе не со стороны ног, а, допустим, со стороны головы? Со стороны головы работа идет больше на удушающие приемы. Но в борьбе нельзя душить, просто вот за голову взять и душить. Надо, чтобы был захват шея, рука. Да. Вот захват, который можно в борьбе. Рука и шея. Есть два вида работы с головы, если я хочу, для движения. Отсюда все желательно пробовать забежать назад. Отсюда со стороны головы ищут, как грузить руку, как затягивать его вниз и зайти назад, взять два балла. Но если не получается, отсюда есть тоже варианты приемов, которые делать сам потом. Один хороший вариант – это затягивание его на себя, заставить его этой стороной за мной двигаться. И потом я затянул. И когда я вижу, что его нога за мной идет, то надо перейти дальше. Я этой рукой на себя. А, оп, видите, плечо, откуда вот я на него был, я опустился на колено, ага. И со всей силой вот туда, и можно отсюда даже положить. Я как будто показываю ему, что я хочу забегать, а? Косой. Я показываю ему, что я хочу забежать, оп, опустился, и сразу вот туда, на него. Иногда противник не упадет на спину, а на бок. Тогда я могу использоваться, сбить его на бок и забежать назад. А вот прийти к той позиции, когда он вот на четвереньках и стойки, как можно? Это бывает или с моей атаки, когда вот началась борьба, я ему швунг сделал, забрал голову, ага. Я атаковал. А бывает, я сделал защиту, он, мы боремся, он пробует против ноги. Я защитился, отбросил ноги, и вот то же самое положение. От его атаки или от моей атаки? И есть прием, который идет с захвата, который чуть душит, но не удушающий, потому что это через руку. Захват идет рука, которая со стороны головы, она очень коротко заходит. Если я поставлю руку, но он мне этот локоть поймает, мне очень тяжело отсюда что-то делать. Угу. Значит, локоть должен быть здесь, прижатый, вот тут. Рука очень чуть-чуть, где подбородок и все. А вторая рука, вот, косточкой, вот тут сзади на мышце. И я хочу соединить захват отсюда. Моя задача локти сжать как можно сильнее. И оп, видите, куда давление идет? Куда? Чуть-чуть затягиваю. Вот его пошел, вот захват. Отсюда, если я успеваю, можно, оп, отпустил и... Руку поднизь, сразу на него положить. Угу. А в вольной борьбе можно удушить? Можно. Да, можно и по классике, и по вольной. Ну, то есть и... Только легальным захватом. Легальным захватом. Да. И есть похожий захват, только вот тут у нас захват был такой, а этот захват вот такой, когда... Вот эта рука глубже заходит. Вот эта рука глубже заходит. Угу. Вот тут у нас не важно, если он локоть поймает. И захват вот такой. Сначала был захват вот здесь. Да. Сейчас захват вот такой. И моя задача прижать его к себе как можно больше. И чтобы его голова была под моим животом. И когда я иду на бросок, называется бросок косой, я делаю высед под него. И хочу этим животом подтолкнуть его голову вот туда, под него. Вот я взял, и когда я иду, я затягиваю локоть, затягиваю к себе голову, прижимаю, иду ногой вперед,
и с животом. Животом вот сюда и вперед. Угу. Вот захват, прижатый, локти прижатые, захват не такой. Вот. И я с животом убиваю. После этого можно его сбросить и отпустить захват, потому что здесь можно остаться на спине, он может выйти наверх. Лучше взял и весь этот. Два балла есть, и все. Я правда. С этого переворота перейти на туше можно? С этого нет, тяжело. Очень, если только захват очень-очень-очень крепкий, и вы его придушили, как положено, и надо пойти на бросок и еще вот сюда выйти на него, угу. Залезть на него. Но это очень тяжело, потому что противник, только его бросил, он сразу начнет разворачиваться, он не будет оставаться лежать на спине. Он будет выходить оттуда, и это очень тяжело отсюда положить. Легче положить от лампочки. Вот туда, когда крутишь. Это больше такой прием, когда последние секунды схватки, когда мокрый захват, тяжело взять за тело. Вот прижал, сжал, и все, работа телом. Идет. Выставь ногой вперед и животом. Какие-нибудь развороты, перевороты, чтобы с помощью использовать ноги. Как рычаг, ноги, да. В партере. Да. Ложись. Вот самый такой прием, который все делают, называется скрестный. Это когда мы забираем две ноги, скрещиваем и начинаем крутить. И ноги давят друг на друга. Я начинаю прием. Подойдите отсюда, я делаю удобнее на этой стороне. Начинаю прием. Когда я дальнюю ногу, не ногу, которую я захвачиваю, а дальнюю, которую мне надо будет потом прихватить, я его перекрываю. Оп, перекрыл. Вот смотрите, перекрыл. Колено в одной стороне, нога в другой. Ему тяжело сейчас двигаться с этой ногой. И все мое концентрация идет на одну ногу сейчас. Мое плечо должно давить вот тут, посредине его попы, чтобы он не встал. Если я беру ногу, и он начинает вставать, посмотри, вот тут. Уже тяжело делать прием. А я должен, когда он только лег, я вот работаю сверху, начинаю идти на прием, я сразу должен вот это плечо, ему так надавить, чтобы было тяжело встать. Вот этот голеностоп. Я начинаю поднимать, и вот рука на колени. Вот тут я делаю уже давление на него, не даю ему вставать. Моя задача поднять ногу, поставить ее вот сюда. Видите, сейчас мне не нужны две руки, чтобы держать ногу. Вот я его держу. Локоть прижал и вот поймал колено, поменял. Сейчас у меня одна рука свободная. Осталось мне перейти этой рукой, поймать колено. Вот сейчас, если бы я эту ногу бы не перекрыл, вот эту ногу, и моя нога, вот эта нога, была вот здесь. Да. Он бы мог быстро ногу вперед, и мне очень далеко он может бороться. А так, когда я ему ногу отводит, когда только другую выставил ногу. Я тогда я могу успеть отсюда, когда я беру, и пока он выставит ногу, я могу успеть поймать колено. А так, когда я буду забирать вот эту, он уже сразу выставляет вторую. Так я ему не даю вот эти перекрывания. Взял, поймал, вот, отключил одну ногу. Поймал второе колено. Все, вот эта нога вот тут уже мне не нужна. Отпускает, и вот тут идет. И высить, который я с этим приемом подвожу эту дальнюю ногу к себе к руке. И одновременно я освобождаю место и управляю вот эту руку, чтобы эту ногу поймать. Оп, видите, рука отсюда выпрямилась вот сюда. И в тот момент я коленом, где голеностоп. Вот колено у меня было здесь, выпрямил ногу. Оп. И отсюда осталось у меня только согнуть руку, ногу и взять захват. Вот. Очень болевой прием, потому что вот выходит, что как больше он сопротивляется от меня, я его буду тянуть туда. Вот эта кость. Икроножная вот мышца, это, да. Давит,
Да, это помню. И ахиллы, и икроножные. Люди рвали мышцу, потому что чересчур давление было сильное. И вот, попробую поймать. И когда я иду, вторая рука подходит, я на мост пошел. Покажу такой переворот. Можно даже отсюда стараться поднять, если удобно. Если не хотите, через мост перепрыгиванием. Это на ногу. Самый такой знаменитый прием, что все делают. Ну что, Юра, спасибо тебе большое. И спасибо твоему спарринг-партнеру.